Приветствую всех на своем канале. Сегодня я испеку яблочный пирог, быстрый и очень вкусный, на творожном тесте. Для этого мы уберем творог. Я хочу его перебить погружным блендером, чтобы разбить все комочки. Добавлю сюда сахар и разобью сахар. Все, разбила все комочки. Дальше сюда в тесто разобью 3 яйца. Добавлю растительное масло и все перемешаю. Теперь добавляем муку постепенно, разрыхлитель, ботку соли. Получается вот такое. Крошим яблоки. Возьму лимон и немножко полью лимончиком, лимонным соком. Берем форму, застилаем ее. И перекидываем половину теста сюда. И разравниваем по форме. После того, как вы разровняли тесто, все по форме, половину нашего теста, добавляем яблоки, которые кубиками порезанные. Я посыплю их корицей. Затем выложим остальное тесто сверху. Намачиваю лопатку. Водичку. Все, теперь укладываем яблочки наши. Чуть-чуть утапливаем. Коричневый сахар я смешаю с кокосовой стружкой. И присыплю сверху. И ставим это все в духовку на 180 грамм. Все, пирожок испекся. Сухая спичка. Пахнет так вкусно. Смешались запахи все. Корица, яблоки. Присыпать сахарной пудрой. Ну что, разрезаем. Шариком мороженого, это очень вкусно. Смотрите, какое тесто шикарное. Ставьте лайк, прокомментируйте, может, даже напишите, как вы
испекли, получилось ли у вас? Делаете ли вы такие пироги на творожном тесте? Тесто творожное, универсальное. Поставьте лайк, подпишитесь, и я буду очень рада. Спасибо за просмотр.